слабее. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте три... ...километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. В пути. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Жена меня убьет. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. С тобой все будет в порядке. Если полученные данные на кровоточивые русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Вон он летит! Кто-нибудь еще слышал первые аккорды Дикси? Сможем оторваться? Это, блядь, вряд ли. Ты только держись! Быстрее, Рэд! У Дана травматический шок! Где же эта парня? Куда он делся? Видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся! Вот, вижу! Приготовиться! Быстрее! О! Да еще чуть-чуть! Поднажми, черт возьми! О, заходит там стрела! Вот, блядь! Нет! Мочи этих мудаков! Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае русские будут наступать.